Оригинальная химическая диета Усама Хамди. Усама Хамди – профессор-диетолог из Америки. Сегодня он известен как автор революционной методики похудения. Изначально же профессор работал с больными с сахарным диабетом, для которых, в частности, составлял программы снижения веса. Химическая диета Усама Хамди – это, в первую очередь, схема похудения для диабетиков. Но благодаря своей эффективности она приобрела популярность среди обычных людей. Существует две вариации химической диеты – двухнедельная и рассчитанная на 28 дней. За этот срок вам придется съесть много куриных яиц, что следует учитывать перед тем, как опробовать на себе программу. Правила химической диеты – выпивайте от 1,5 литра очищенной питьевой воды в сутки. Пейте равномерно в течение дня. Опытные худеющие советуют начинающим нарисовать на листе бумаги 8-10 стаканов и зачеркивать их по мере выпивания. Такую памятку всегда необходимо иметь перед глазами. Если в меню не указано точное количество продуктов, вы можете есть их столько, сколько захотите. Единственный запрет здесь не переедать. Заведите дневник похудения, в который ежедневно вносите показания весов. Лучше всего для этой цели использовать весы с высокой чувствительностью. Взвешивайтесь по утрам без одежды или в легкой пижаме. Блюда готовьте без добавления жиров и масел, солите их минимально. Овощи можно есть только отварными или сырыми. Любители чая и кофе могут побаловать себя этими напитками, но без каких-либо добавок и подсластителей. Из фруктов автор диеты рекомендует цитрусовые, яблоки, киви, сливы. А вот бананы, финики, виноград, манго из рациона стоит убрать. Выбирайте постные сорта рыбы, мяса и птицы. Цыпленка готовьте без кожи. Диетологи также рекомендуют срезать ножом видимые участки жира. Не беспокойтесь о том, что вы останетесь совсем без этого питательного элемента. Любое мясо или рыба содержит в себе невидимый жир, который успешно поступит в тело при употреблении этих продуктов при большом избытке веса. Разрешается повторить месячные курсы с изменениями. 2 недели соблюдайте рацион первой недели, и еще 2 недели – рацион четвертой, перерывы между приемами пищи, включая возможные перекусы. Овощами должны составлять минимум 2 часа. Ужин должен быть минимум за пару часов до отхода в кровать. Принцип действия химической диеты Усама Хамди. Многих пугает название и методики, которые содержат слово «химический». Много ли синтетического в программе диетолога из США Усама Хамди относится к медикам, которые чаще обращаются к внутренним ресурсам человека, нежели медикаментозному лечению? Никакой химии в рационе диеты нет. Особое меню, подготовленное профессором из США, вызывает в теле человека цепь химических реакций, которые приводят к похудению. Меню химической диеты содержит много куриных яиц, птицы, рыбы, словом, протеиносодержащих продуктов. А вот процент углеводов в блюдах снижен. Такая схема позволяет не только худеть, но и сохранять и даже укреплять мышечную массу. Какие овощи разрешены на диете Усама Хамди? Программа Хамди позволяет есть практически любые овощи в сыром или вареном виде. Единоразово вы должны съесть только одно овощное блюдо. Это может быть салатик из разных компонентов, отварные овощи или же пара крупных свежих помидоров. Профессор особенно рекомендует к употреблению отварные кабачки, цукини, морковь, фасоль, зеленый горошек, а баклажаны. А вот салат, помидоры, огурцы, капусту, перец лучше есть в сыром виде. Единственный запрет Усама Хамди накладывает на картофель. Этот овощ есть нельзя ни в каком виде. Меню яичной диеты Усама Хамди на 2 недели. На первой неделе диеты вас ожидает одно и то же блюдо каждое утро. Это парочка куриных яиц, желательно отваренных всмятку, и 0,5 грейпфрута или апельсина. Первый день – обед, столько ваших любимых фруктов, пока вы не насытитесь. Ужин – порция сваренной без соли курятины или говядины. Второй день – обед, порция цыпленка, крупный сырой томат, 1 цитрусовый фрукт, ужин, овощная нарезка, 2 яйца, 1 цитрусовый. Фрукт. Третий день – обед, подсушенный в духовке ломтик черного хлеба, свежий томат, 40 грамм твердого сыра, ужин, порция любого мяса, кроме баранины, приготовленной без жира и масел. Четвертый день – обед, столько ваших любимых фруктов, пока вы не насытитесь. Ужин – кусок отварного постного мяса, овощной салат. Пятый день – обед, 2 яйца, порция отварных овощей, ужин, морепродукты или рыбное блюдо, готовить без масла, 1 цитрусовый фрукт. Шестой день – обед, столько ваших любимых фруктов, пока вы не
Насытитесь ужин кусок отварного постного мяса, овощной салат, седьмой день, обед, мясо цыпленка, любые отварные овощи из разрешенных программой, один цитрусовый фрукт, ужин, порция сваренных овощей на второй неделе по утрам вас ожидает аналогичное одной неделе блюдо. Первый день, обед, говядина, приготовленная на пару, овощная нарезка, ужин, отварная птица без кожи, овощной салат, второй день. Обед, порция мяса, приготовленного любым способом без масла, кроме баранины, отварные овощи, ужин, мясо цыпленка, овощной салат, третий день, обед, зеленый салат, пара сваренных всмятку яиц, ужин, куриное мясо без кожи, свежий помидор, один цитрусовый фрукт, четвертый день, обед, пара отварных яиц, ваши любимые сыры и овощи, 40 грамм нежирного сыра, ужин, пара сваренных всмятку яиц, пятый день, обед, блюдо из морской рыбы, ужин, пара сваренных всмятку яиц, шестой день, обед, порция постного отварного мяса, свежий томат, один цитрусовый фрукт, ужин, фруктовый салатик, седьмой день, обед, порция сваренной говядины с минимумом соли, ужин, мясо цыпленка, ваши любимые отварные овощи, один цитрусовый фрукт. Меню яичной диеты Усама Хамди на 4 недели. К уже указанной двухнедельной программе добавляется еще 14 дней для получения более впечатляющих результатов. На третьей неделе вы получаете название продукта, который можно есть сколько угодно в течение суток. Не забывайте придерживаться правила об интервалах между приемами пищи, суточном объеме воды, принципах приготовления блюд, запрете на переедание. В первый день вам разрешено все разнообразие фруктов, во второй день ешьте овощи, приготовленные на пару, а также свежие листья зеленого салата. В третий день вы вправе выбрать между фруктами и овощами. Четвертый день пройдет под знаком нежирных рыбных блюд, в дополнение к которым рекомендуются свежие листья салата. В пятый день сварите себе достаточно птицы без кожи. В шестой и седьмой дни ешьте только один вид фруктов целые сутки, например, только яблоки в шестой день и только апельсины в седьмой. На четвертой неделе вам будет дан определенный набор продуктов в строго обозначенных количествах на каждый день. Из этих ингредиентов вы можете делать любые блюда и сочетания, есть их в течение дня в какой угодно последовательности. Первый день 0,2 кг цыпленка, 0,2 кг постной рыбы, помидоры и огурцы, 2 цитрусовых фрукта. Второй день пара кусков подсушенного цельнозернового хлеба, помидоры и огурцы, 4 ваших любимых фрукта. Третий день пара кусков подсушенного цельнозернового хлеба, 100 грамм творога 0% жирности. 4 цитрусовых фрукта, 0,2 кг отварных овощей, пара сырых помидоров. Четвертый день, половина тушки цыпленка в сваренном виде, огурцы и помидоры, 2 цитрусовых фрукта. Пятый день, 2 яйца, овощной салат, 1 цитрусовый фрукт. Шестой день, подсушенный в духовке ломтик черного хлеба, 100 грамм брынзы, огурец, 0,2 кг мяса цыпленка. Седьмой день, подсушенный в духовке ломтик черного хлеба, пара сырых томатов, 0,2 кг нежирной рыбы, 0,2 кг любых овощей, 2 цитрусовых фрукта. Можно ли менять меню химической диеты? Так как методика Усама Хамди лечебная, важно четко соблюдать все ее принципы и неукоснительно следовать рациону. Поэтому переставлять дни местами или заменять продукты в блюдах запрещено. Диета Усама Хамди. Результаты. Фото до и после программы Усама Хамди изначально рассчитана на людей с высоким индексом массы тела. При весе свыше 100 кг за месяц диеты можно сбросить до 30 кг. При умеренном избытке массы конечный результат не превысит 10 потерянных килограммов. Диета Усама Хамди. Отзывы врачей. О диете американского профессора отзывы его коллег-медиков в основном положительные. Врачи-эндокринологи нередко советуют своим пациентам данную систему питания. Ведь изначально она и была разработана для больных эндокринными заболеваниями. Усама Хамди гарантирует больным сахарным диабетом не только похудение, но и улучшение состояния здоровья при соблюдении его программы в течение 12 недель. Как питаться после диеты Усама Хамди? Выход из химической диеты должен быть постепенным. Если вы достигли идеала своей фигуры за время программы, то равномерно начните добавлять в меню новые продукты. Специалисты рекомендуют каждый день вводить всего один продукт, так организму будет легче адаптироваться к новому меню и он не начнет запасать жир. Жирное и сладкое должно быть сведено к минимуму.
Если вы наброситесь на все продукты, в которых себе отказывали целый месяц сразу, то вам не избежать возвращения потерянных килограммов. Возможен даже исход, когда вес будет превышать показатели, которые были до диеты. Оригинальная яичная химическая диета Усама Хамди. Советы и отзывы. У аллергиков, а также тех, кто не является большим любителем яиц, возникает вопрос, неужели химическая диета подходит не всем? Существует творожный вариант методики. Вместо яиц ешьте нежирный свежий творог в количестве 200 грамм.